Примерно в 11 утра 16 июля подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении, расположенным в направлении села Ярас. Как сообщает пресс-служба Минобороны, армянские подразделения прибегли к ответным действиям. С армянской стороны погибших и раненых нет. Госдепартамент США выразил содействие мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Мы глубоко обеспокоены последствиями возобновления конфликта между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью и хорошо осведомлены о гуманитарных потребностях в регионе», сказали в Госдепе, отвечая на вопросы армянской службы «Голоса Америки». В Госдепе подчеркнули, что США поддерживают процесс урегулирования, основанный на принципах территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов. В Баку отложено назначенное на сегодня судебное заседание по сфабрикованному уголовному делу в отношении 13 ширакских военнопленных. Как пишут азербайджанские СМИ, адвокат пленных направила в суд письмо, в котором указала, что не может присутствовать на слушании по состоянию здоровья. Судья отметил, что заседание без адвоката невозможно. Следующее судебное заседание назначено на 22 июля. Президент Европейского совета Шарль Мишель 16 июля с двухдневным визитом посетит Армению. В рамках визита Мишель встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. По окончании встречи Никол Пашинян и Шарль Мишель выступят с заявлениями по итогам переговоров. Председатель Совета Европы также встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и посетит мемориал Цистерна Кадерт, чтобы почтить память жертв геноцида армян. Число жертв наводнения в Германии превысило сотню, сообщает Die Welt. Напомню, что основной удар стихии пришелся на западную часть страны, земли Северной Рейн-Вестфалии и Рейнланд-Пфальц. Местные власти считают, что около 1300 человек пропали без вести после потопа. Всего за сутки в регионе выпало около двухмесячной нормы осадков. Гроссмейстер Левон Аронян не примет участие в розыгрыше Кубка мира ФИДЕ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «С большим сожалением вынужден сообщить о моем выходе из розыгрыша Кубка мира ФИДЕ. У меня высокая температура, танзеллит», – написал Левон Аронян. Центральная избирательная комиссия лишила иммунитета мэра Сисиана Артура Сарксяна, позже он был арестован. Об этом «Фактор АМ» сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Вартан Татевосян. Артур Сарксян подозревается в совершении подлога и превышении должностных полномочий. Также суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте мэра Гориса Аруша Арушаняна. Ему предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за нарушение избирательного законодательства, потворство даче взятки, принуждение к голосованию и иные преступления. Сарксян и Арушанян не единственные задержанные главы общин Сюнийской области. Среди задержанных главы общин Мегри, Караунжи, Воротан. Все они сторонники или участники оппозиционного блока Армения под руководством экс-президента Роберта Кочаряна. Оппозиция считает уголовные дела против руководителей сюнийских общин политическим преследованием.